Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля идет на поправку. Об этом нашему телеканалу сообщили представители госпиталя Солсбери. Сейчас состояние Юлии Скрипаль оценивается как стабильное. Ее отец еще находится в критическом состоянии в реанимации. Подробности у собственного корреспондента радиостанции Вести ФМ Елены Балаевой. Пришла важная новость для всех близких, родных, друзей Скрипалей. Юлия Скрипаль, которая в Москве волнуется за состояние ее здоровья, все 4 недели были совершенно неуверены в том, вообще в каком состоянии она находится. Директор больницы Солсбери, доктор Кристин Бланшард, заявил, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. Мы рады сообщить вам, что Юлия Скрипаль стремительно идет на поправку. Ее состояние более не критическое и оценивается как стабильное. Заявление не очень большое, там только говорится о том, что по-прежнему в течение 24 часов круглосуточно будут оказывать медицинскую помощь Юлии Скрипаль. Она по-прежнему остается в больнице, ее отец по-прежнему находится в критическом состоянии. Сообщение весьма лаконично, непонятно, в каком состоянии она находится, может ли она открывать глаза, узнает ли она окружающих. При этом больница особо отметила, что никаких подробностей, по крайней мере сегодня, о состоянии здоровья Юлии Скрипаль не будет. Никаких комментариев сам персонал больницы, врачи давать также не будут. Но это для больницы Солсбери, как, в общем-то, для остальных больниц Великобритании, обычная практика. Но, кстати, до сих пор непонятно, вот передали ли это сообщение российскому посольству, которое, напомню, неоднократно запрашивало информацию о состоянии здоровья как Сергея Скрипаля, так и Юлии Скрипаль, которая, в общем, не имеет британского гражданства, она является только гражданкой России.